Академия Национальной гвардии Республики Казахстан готовит высококвалифицированных офицеров. Основана 18 марта 1997 года. От имени военного командования будущих офицеров с торжественным событием поздравил генерал-майор Бауыржан Абжанов, пожелав им отличной учебы в стенах вуза. Каждый из вас сознательно выбрал свою профессию – защищать Родину, связав таким образом свою судьбу с офицерской службой. Уверен, что вы с честью будете носить звание выпускника Академии Национальной гвардии, продолжая свою военную службу. Все курсанты-первокурсники выполнили нормативы по физической и общей военной подготовке, сдали вступительные экзамены, прошли конкурсный отбор. В их числе Ернур Жамбыл. Он родом из города Арысь, Туркестанской области. Я очень рад быть курсантом Академии Национальной гвардии. Моя мечта – стать офицером. Сегодня для меня торжественный день принятия присяги. После церемонии принятия присяги вниманию гостей представили показательные выступления военнослужащих Академии.